Начинаем смотреть постройки и мишени. Да. Это самолет из пикселей. Пиксельный самолет. Так. У него крутится пропеллер и. Место забрали. А я внутри самолета. Так, вот так будет по размерчику. Ой, я вас всех раскидал. Садитесь, стульчики ставьте. Так, у него крутится пропеллер, который весь самолет выполнен из пикселей. Дальше, у него крутятся колеса, он может ехать по земле. Это обычно самолеты не умеют делать, но на самом деле они должны это уметь делать, по идее, да. У него крутится пропеллер, и он умеет летать. А, садитесь. Ладно, подождем, пока все сядут. Садитесь там, внутри. Все, полетели. Давайте, смотрю, кто-нибудь стульчик поставит. Садись, поменьше стульчиков. Все, полетели. У него крутится пропеллер, он может летать, ну и все получается. Он выполняет все функции самолета. Он умеет летать, крутить пропеллером, садиться, и еще у него есть колеса. Часто только люди сбрасывать не делают. Газ не умеет, дым специально, чтобы отравлять насекомых. А, ну типа это должно быть, да, у него? Ну да, это же фермерский такой самолет. Ну эта функция я не знаю, как сделать. Ладно, да, идем дальше. Сейчас приземлимся. Всех раскидало. Так. Так, следующая постройка. Это маршрут, который я не успел перенести в постройку топ-машин. Там, где гараж. А, понятно. Это у нее двери открываются, наверное? Нет, не открываются. Охота было делать. Стой! Стой! Кримсон, остановись! Фоточку надо сделать. Сейчас перезагружу. Че вы все на месте бегаете? На что мы остановились? На этой машине. На этой машине, которая. Вот она. Так, давай, спускай ее. Дверки вот тут. Внутри, так. Кстати, есть декор. Внутри есть руль и всякие разные штучки. Так, крутятся колеса. И тут ты добавил немножко, чтобы они были похожи на твои колеса. Такие штучки. Решетка. Ее немножко заносит. Или это из-за той пушки Кримс. Машину строил я примерно 3 часа. Так, ну, она перевернулась немножко. Хорошо, давайте дальше. Это. Так, это что-то. Это тоже очень старая постройка. Тут порог. Которые открываются двери. Тут, правда, как клавиатура. Дверь. Ладно. Второй этаж, типа, в разработке. Заходим в дом, и тут коробки. Типа не разложили вещи еще. А вот тут есть секретная книжка. Если на нее нажать, то поднимется лифт. Только на 3 человек. На скольких? На 3? Да, на 3. Поехали. Так, а здесь что за секретная комната? А, вот тут секретная комната, в которой сервера есть, которые можно включить и отключить, но вот никак не показывается. Также есть большой экран, клавиатура из кирпичей и мышка. Клавиатура из кирпичей. Так, хорошо. Поехали наверх. Ой, так, что тут у нас? Второй этаж? Недоделанный. Второй этаж еще не построен. Ну, типа, это в постройке такое должно быть, да? Не в том смысле, что ты не доделал постройку. Она доделана, но просто по сюжету этой постройки нет троицы. Есть вода, какие-то неоновые штуки, диваны, кирпич. Это, кстати, окно, а не вода. А, ну, мне показалось, что это... смотреться в окно вот тут, то можно понять, что это окно. Ну, просто показалось, что там ведро воды. Ну, то есть, форма с водой. А. Так, хорошо, пошлите дальше. А это что за золотые штуки? Песчинки. А, хорошо, давайте дальше. Еще постройка работает только в белой команде. А, кажется, начинаем понимать, в чем это. Так. Это ферма. Она же только в белой работает. Пошли в белую. Так, всех впускаем в белую. Так, давай, белую. Кажется, она очень просто. Загружай этого в кафе. А вот зачем ты делал такие выступы всякие? Где? Ну, вот тут, типа. Ну, обычно в кафе просто так вперед едешь и в деревья стукаешься. А тут почему ну, так? Потому что поднимать ее вверх, я не знаю, как поднимать. Мне проще так будет делать. А знаешь, как можно поднимать вверх? Сейчас покажу. Не очень. Вот таким способом. У меня в кафе так работает. Я просто эту штуку включаю и все. Ну, так. Ясно. И потом я спавнюсь наверху. Такой, типа, баг. Ну, здесь это чтобы не врезаться в деревья и все такое получается. Ой. Какая-то с конвейер до конца. А, тут конвейер до самого сундука. Ну, давай посмотрим. Загружает? А ну, куда делась? Элизия что-то отнялась. Можно брать самолет? А, какой самолет? Который у какого-то человека со стульчиком. Ничего строить пока нельзя. Ищу что. Так, все, давай загружай. Да всем рассекнуться. Давай. Нажимаем на кнопку, там что-то делается. Против деревьев и против всего этого. Так, теперь вот это. Ты видишь, портал есть? Портик. Фиксацию. Вот там
тут он остался. Давай, топаешь еще вот тут. Все, дорога до конца. Так, тут две донатерские ракеты, чтобы лететь. Донатерские, чтобы быстрее. В принципе, одной достаточно. Стоп, вот это... Стоп, тут, знаешь, твой корабль, который мы в самом начале смотрели, он тут стоит. И он, короче, тут застрял между двумя, и тут на бесконечность завис. Так, дальше. Конвейер твой доходит до конца, и ровно у сундука кончается. Там портал. А, ну там вот эта штука мешает, там получается, стоит портал. Мы тпшимся вот сюда. Эта комната ровно над порталом, и здесь все, короче. И, короче, дают вот так. В конце вот так. Вот так, хоп. И ты у сундука. Ну, только я по конвейеру не ехал, поэтому ничего не дали. Все, ресетаемся. А нет, ждем. Так, ладно, жду. Куда мне идти? А как из нее выбраться? Никак. С этой фармилкой я смог нафармить тебе 60 405. То есть всегда фармит, тогда еще больше будет. А! Оно поехало со скоростью света! Я еду по этому конвейеру. Очень круто. Еще так быстро вообще. И уже тут. Уже 3 испытания проехал. Там сзади Кримсон и все остальные едут. Просто так проезжаем. Я уже близко у конца. Доехать до конца примерно можно за 56 секунд. Или, как бы говоря, 1 минута. Так. Ну, мне интересно. Обычно всегда в конце в кафермы надо падать. Ну, или что-то типа такого. Тут есть портал, который в конце тпшь меня сюда. Тут все очень хорошо рассчитано просто. А! Столько претендентов тут на золото. Крышка от сундука пропала. А почему крышки нету? Не знаю. С крышкой что-то не так. Крышка сундука пропала. Ты не откинула. У тебя? Я никогда не смогу забрать. Ай, что тут творится? Крышка есть, но ее текстуры нету. Все, у меня открывается. Это супер АФК ферма для золота. Так, ладно, идем дальше. Следующее у нас что? Это Майнкрафт.